Следующее. Как укрепить силу воли? Нужно осознать, что где-то чувство, которое вас омрачает. Которое вас омрачает и смущает. То есть вот сила воли. Вечер наступил, а есть хочется. И после чего вы начинаете вставать и идти. В этом случае необходимо найти то чувство, которое возникает во внутреннем вашем мире. Найти его прямо интуитивно, ощутить его невербально и постараться психануть на это чувство. То есть, что вас побуждает? Я есть хочу, вот я пойду сейчас к холодильнику, после этого сказать, блин, нет, не пойду, я сильно, и дальше найти какой-нибудь мотив. И сказать, я посвящаю свой голод, и дальше объясните себе, чему вы его посвящаете. Это работает 100%. Почему я так говорю? Я не знаю, может быть, это работает только с людьми, которые достаточно дисциплинированные, но тем не менее со мной это сработало. В прошлом году, в это же время, в ноябре, я весил 120 килограммов. Сегодня я взвесивался утром и определил, что сегодняшний мой вес 93 килограмма. То есть можно сказать, что за один год я автономно, не особо меняя свою жизнь, сбросил 23 килограмма. При этом сделал это в мягкой форме, не голодая, ограничивая себя в вечернем употреблении еды. И два продукта, которых я ограничил себя, это сахар и алкоголь. То есть я стараюсь не пить алкоголь и не употреблять сладкое. Все остальное я как употреблял, так и употребляю. Очень часто в вечернее время у меня просыпается вот такое желание покушать. Но я себе говорю, что это у тебя расщепляется жир. Давай вместе это сделаем. Да ну его этот голод. Не буду кушать. Теперь я буду стройнее. Вот такой мотив и такая самомотивация заставляет меня задержаться и не обращать на это внимания. Я иногда говорю себе такие слова. Ты же мужик. А ну держись, ты же мужик.